Пел-пел, Ёшки-Салем, Горилла в эфире. У нас сегодня четвертая игра Game of Snow. Заключительная битва первого круга, в которой встретились у нас Никитос и Елисей. Салам, пацаны, что как настрой? Как дела? Настрой холодно сейчас. Холодно? Да, сейчас быстренько разогреемся. Разогреемся, окей. Жаришка будешь? Жаришка будет. С первого уже. Базарчик, ты что скажешь? Я замерз, кажется. Замерз? Да, очень. Греться будешь? Ну что, сейчас разогреемся. Разогреемся? Что-нибудь попробуем. Все, сейчас будет жаришка. Погнали. Game of Snow, Gorilla on Air. Дайте шума. Ну и, конечно же, перед каждой игрой пацаны должны решить, кто первый будет заказывать. Пацаны, жеребьевочка. Классический камень, ножницы, бумага. Давайте, приготовьтесь. 3, 2, 1. Пем, пем, пем. Никитос начинает первым. Ты уже знаешь, что будет заказывать? Frontside Nose Blast. Nose Blunt Disaster. Frontside Nose Blunt Disaster. Ну, куда долечу, туда долечу. Окей. Зачет, переход входа к Елисею. Фронтсайд чифты, бэксайд ван идеал. Зачет, переход входа к Никитосу. Видели у него там нос вот такой ласточкой? Джибер жесть конкретный. Бэксайд ноу слайд прецел. Backside, no slide, pretzel 270. Четко, филигранно от Никитоса. Елисей повторяет. Я говорю, это мой любимый трюк, я попробую его сделать сейчас. Любимый трюк Елисея. Сегодня делал, Никитос. По идее. Уже делал сегодня? Да. Это буковка, буковка, буковка. Backside, blunt dance. Backside blind slide 270 out в Danish. Отличное исполнение. Елисей повторяет. Хорошо, хорошо. Пошла жаришка, пошла. Теплее аж стало. Вторая буква у Елисея. Никитос заказывает следующий трюк. Давайте завтра забьем. Завтра? Да. Завтра лип файт. Disaster front side blunt. Front side blunt. Front side nose blunt. Disaster nose blunt. Твою. В твою. В мою. Его. Было чисто. Засчитываем. Disaster nose blunt. Елисей повторяет. Ну что-то вначале как будто было, что сейчас перекинет, закинет. Но нет, это буковка O. Frontboard или frontside nose slide? Frontside nose slide. Ага. Frontside nose slide. Типа front nose, типа frontboard, но сделал хорошо, качественно. Считаем, едем далее. Елисей повторяет. Ну надо хотя бы один круг. Это что такое? С грустностью, брат. Давай, надо хотя бы один повторить трюкан. Да, там у меня ребра болят после падения. Ребра болят. Ну вот так вот все происходит. Давайте Елисея поддержим. Эй, йоу, давайте поддержим Елисея, ему тяжело. За что я обожаю вот эту дружбу на горе. Такие все дружные, смотри, всем насрать просто. Это считается, друзья. Мы едем дальше.
Достойно, достойно, хорош, хорош, хорош. Просто так не сдался, просто так не сдался. И Никитол сейчас будет придумывать что-то еще. Switch backside blind Danish. Switch back blind Danish. Switch backside blind 2-7 count. Щитово, переход хода к Елисею. Чуть-чуть давление. Да. Голокрус. Пусть будет 50 на фронтборд и в свою. 50 на фронтборд в свою. Связка нескольких трюков. Короче, 50. Фронтсайдборд слайд. И в свою. Фифти на фронтборд в свою было. Повторяет Никитос. Ок, говорит. Ок. Ок так ок, чё нет. Давай, Никитос. И счёт становится 3-1. Елисей заказывает дальше. Едем. 50 бэкборд в свою. 50 бэксайдборд в свою. Кайф, кайф, заказал. 50. Бэкбор. Свою. Такой крэш сейчас был. Страшно было, что этот зацепит ребрами, но пролетел, не цепанул, по-моему. Еще одна буква у Никитоса, счет становится 3-2. Едем далее, Елисей заказывает. Еду в свече. Ага. Получается, делаю фронтсайд 180. Ага. На 50. Ага. И в бэксайд 180 в трубу. Ага. Вот переводчик сказал, это hardway 180 in, а бэксайд 180. Зачет, переход хода к Никитосу. Свич блондейниш. Считается пушечный бэкбланд 270 аут. Ну что ж, это крайняя попыточка Елисея. Если он повторяет, едем дальше. Если нет, у него их две. Так что надеемся, у него все получится. Let's go. Нам нужен тренер. Близко, но, к сожалению, 270 аут не было. Вторая попыточка на крайнюю букву Елисея. Смотрим. К сожалению, нет, вторая попытка не получилась, и это четвертая буква для Елисея. Ну все, друзья, это буква, и это конец четвертой заключительной игры первого круга Gorilla On Air Game of Snow. Никитос проходит дальше, а мы увидимся с вами в следующем выпуске. Ну что, друзья, таким был четвертый батл, это первый круг Gorilla On Air Game of Snow Jibbing. Сейчас участвовали Елисей и Никитос, в этом батле побеждает Никитос. Его проходит следующий круг. Увидимся, друзья. Сейчас немного ребята расскажут о том, как это было для них. Да, спасибо Горилле за такую возможность катнуть офигенно с крутыми ребятами, с хорошими трюками. Спасибо за игру. Респект за эту возможность. Это Game of Snow. На горном курорте Шимбулак. Первый круг уже позади, сегодня второй круг соревнований. Степан Дионисьев. Йоу, дайте шума. И Лёхе шума тоже, дайте шума, естественно.
Хорошо, да? Мне понравилось. Анатолий локоть принимает жирный бланк. Давай, да давайте уже засчитаем, говорит. Да нет, не засчитаем, потому что, ну, ты не проскользил, Степка. Это, наверное, давай, самая Степан. Долгая джип-сессия за все время моего катания. Это навсегда. Такой серьезный у нас полуфинал получился. Степа стрелял за шумы, рубится уже где-то, я не знаю, минут 40, мне кажется.